Привет, дорогой друг, меня зовут Раиль, и ты попал в хижину музыканта. Так называется мой канал, где я занимаюсь съемкой видосов на разные музыкальные темы. То есть разборы песен, каверы, даже свои произведения, там свои песни тоже записываю. Я буду очень рад, если ты вступишь в мою группу, подпишешься. Не в группу, а в канал. И мы с тобой будем общаться, рад знакомству. Сегодня я хотел бы исполнить для тебя песню Андрея Леницкого «Дай мне знак», называется эта песня. В конце посмотрим, можно ли разобрать эту песню. Открой секрет. А так что пока я спою, а ты послушай. Поехали. Твои глаза чуть ближе горизонта, но в то же время дальше всех комет. И если твои губы будут моим фронтом, ты станешь главной из моих побед. Срываешься в ночи, кричишь о любви, которой может нет. Ты рушишь все мечты, границы на распашку, и мы с тобой в рубашке, смирительных на горячках. Я заберу тебя туда, где наша весна растопит боли на губах, на твоих губах. Я покажу тебе, что ты дай мне знать, я заберу тебя туда, где наша весна растопит пламя на губах, на твоих губах. Я покажу тебе, что ты видела во сна, за руку с ветром улетим. Только дай мне знать, я заберу тебя туда. Не ищи меня, кричала мне твоя луна, и я не терял тебя, но почему сходить с ума у нас так принято там. Я не дотронулся твоим губам, по венам будто кислород пустили. Кто я, как ты там? Пускай мы встретимся с тобой хоть даже и во сна. Прибиты будут твои взгляды в полночь на часа. Ты рядом будь со мной, прошу, не исчезай. Соскучишься, я буду ждать лишь только дай мне знак. Я заберу тебя туда, где наша весна растопит пламя на губах, на твоих губах. Вот такой кавер получился, дорогой друг. Петь было сложно. Эта песня не из простых. Стоит над ней поработать, но зато связки прям, голос явно развивается. Я это почувствовал. Я уже стал доставать ноту соль. Когда года два назад я доставал только фа-ноту. Уже большое различие, когда кричишь, стараешься достать те песни, которые не доставал. Это дает успех. Ну а я, друзья, хочу вам сказать, что, если вы подпишетесь на мой канал, то получите разбор на эту песню. Самый полный разбор в Рунете. Вообще. Самый полный разбор, который еще никто и не делал. Да. У меня хотя есть один разбор на песню Андрея Леницкого. Вот сюда можете кликнуть на песню «Девочка моя». Вот в таком же стиле я разберу и эту песню очень подробно от лица первого гитариста. Все сделаю как надо. Если вам понравился мой кавер, друзья, ставим лайки. Подписываемся на канал. Вот подписка пошла. Еще раз благодарю за просмотр и до скорых встреч. С вами был Раиль.